Ну что ж, друзья, всем привет, с вами Максим Шубин, канал... канал «Это реально интересно», и сегодня, ребятки, мы поиграем... во что мы сегодня поиграем? Сегодня поиграем в Stand.O 2, сегодня я хочу попасть в тренды Ютуба, так сказать. Игра крутая, игра трендовая, так что почему бы и нет, хотя у нас сейчас какие-то лаги-баги и так далее. Без этого никуда, без этого никуда. Бьюти-блогеры, мазь от геморроя, изи-катка... Это не про нас. Мы делаем только качественный и бодрый контент. Ну, первый раунд, как говорится, не показатель. Не самый успешный для нас получился. Так, а чё по... А хотя тут ничего особо. Закупиться даже, в общем, оставляю то, что у нас есть. Так, погнали. Постараюсь как-то аккуратно, что ли, сыграть. Ого. Нормально. Крысу завалили, ребятки. Но другая крыса меня завалила. Так, ну второй раунд, в общем-то, мы тоже провалили. В итоге, получается, винтарь хочу какой-нибудь жесткий. Фамас, например. С Фамасом у нас была достаточно неплохая стата в этой игре. В общем, погнали. Это, ребят, закладка бомбы. И я хочу по-прежнему стать глобалом в этой игре. Так сказать, дорога к глобалу продолжается у нас. Надеюсь, мы сможем... сделать классный фраг муви в этом ролике. Так. О-о-о-о-о. Или нет. Знаете, появилось ощущение, что все-таки играть за террористов, скажем так, более выгодно, потому что, ну, они, по-моему, играют лучше, серьезно. То есть, такую тенденцию я заметил еще в самом начале этой игры, и она по-прежнему продолжается. Спустя, ну, сколько там, уже 2 года, получается, и больше 2 лет этой игре. 3-й год пошел. И все по-прежнему так же остается, к сожалению. Так, сваливаю. Просто сваливаю, просто сваливаю. Так, не могу свалить. А, там кто-то есть. Есть. Один хотя бы килл сделал, уже неплохо. Так, что-то как-то стрёмно, если честно. Я чувствую себя каким-то роботом, знаете, в этой игре, то есть я не чувствую свободы движения. Возможно, это может прийти с опытом, возможно, просто потому что мне подлагивает периодически. Не знаю там, что по FPS, но, в принципе, вы можете видеть в правом верхнем углу этот показатель. Так, надо перезарядиться. Так. Где же наш соперник? А вон он. Давай, малыш, выходи. Возможно, сюда пойдет. Сюда, не сюда. Иду со двора. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, пацан. Еее, ребят. Это первая победа спецназа, похоже, в этой катке. И с непосредственным моим участием, друзья мои. Что по статье? Я на 3-м месте, 2 килла, 1 помощь, 3 смерти. Ну, пока что не самая лучшая стата, но сейчас мы ее исправим, друзья мои. Ну, я надеюсь, по крайней мере. Мы все-таки глобал скоро будем. Ну, не знаю, сколько скоро, но все же относительно в мире, да? Так что, скоро. Так. Опачки, вот он. Вот он наш... Один из чуваков, который нас придет глобал. Крыса. Крысу я не первый раз уже валю. Видно, не самый жесткий чувак. Либо просто повезло мне с ним. Итак, друзья, это только лишь, так сказать, вторая серия пути глобал. Так что, я думаю, будет еще много всего. Много всяких приколюх. Надеюсь, вы поддержите лайком. Ребята, давайте наберем хотя бы 50 лайков под этим роликом. Как можно больше комментариев. Пишите, как вам вообще эта вся тема. Вот. Ну и кто комментарий напишет... Тому будет небольшой сюрприз. Так, ладненько. Ладненько. И, кстати, ребят, пишите, хотите ли, чтобы я сделал новый стрим по этой игре. И где мы могли бы, между прочим, с вами в том числе сыграть. -1, чьи-то розы на подоконнике. Тетка с косою пришла, наверное, за ним. Но это не за мной же, да? Я же охренеть какой классный. Супер прекрасный. Да, YouTube, пожалуйста, не бань меня.
не лишаем монетизации, это же просто игра. Что здесь такого? Ну подумаешь, там каких-то компьютерных человечков мы уничтожаем, минусуем. Ну тут ничего такого страшного нету, это правда. Это нельзя назвать каким-то насилием, жестокостью. Это просто игра, компьютерная игра. Даже мобильная игра, то есть еще менее, так сказать, опасная. Ну правда. Я не знаю, кто там решает, конечно, типа лишать монетизации в игре. Это же даже не Mortal Kombat, где там, ну, пожестче. Там пожестче, особенно эти фаталити, бруталити всякие, знаете, есть. А здесь что здесь такого-то? Так, что, бомба? Бомба. Хорошо. Я даже стараюсь без мата делать, ребята. Без мата, серьезно. Если что, сразу пишите, типа, блин, как же так? Ты с матом там, ну как же, ну что такое? Читай больше книжек и... Ты будешь уметь выражать свои мысли без этих гадких, едких слов, которые лишают тебя монетизации. Вот. Так, а где эти ребятки-то? Ну что, один на один мы остались? Получается на А, да? На самом деле, сейчас максимально туплю. Мне сейчас чувствую, будут в комментах писать. Хотя пишите, пишите, я же не против. А, что, мол, ты же нуб и все такое. Да, я нуб. Но это вторая лишь серия, ребят. Это лишь вторая серия, да. Мы соснули, конечно. Самый ценный игрок Димон. Но Димон, кстати, минусанулся. Причем от себя же самого. И это, я так понимаю, первое мое выживание. Ну так что я даже рад, ребят. Я рад. Камон, я рад. Я, между прочим, на первом месте. На первом месте, так что работаем, пацаны. Работаем. Так, ну мы пришли на точку, где обычно бывают террористы. Их, так сказать, здесь что-то приманивает. Может, как котов, валерьянка. Может, там насыпано, я не знаю. Но что там точно есть. Опять бомбу заложили, ребят. Опять заложили бомбу. Ну вот я пойду, наверное, за этим чуваком, потому что, мне кажется, он знает, куда идти. Он так уверенно пошел. Я пойду за ним. Я в этой части карты, по-моему, вообще никогда не был. Как-то даже странно. Нет, чувак, походу, не знал. Он не знал, куда идти. На А бомбы нет. Она на Б. Ну давай, пацан, сделай это. Не, ну как бы я завалил, конечно, его, но... Нам опять проиграли. Да, немножко что-то у нас... А, чувак, а чё это? Что это? Это что за фигня? Это что, борода внутрь растет или что? Что это сейчас было вообще? Что это за фигня? Ну, кстати, самое лучшее оружие, это для меня вот эта, пожалуй, пушка. Люблю ее нереально. Хэштег «люблю мир». Хэштег «не лишайте монетизации». Не нужно демонетизировать мои ролики, пожалуйста. Для меня это отдушина. Супер! Молодцы, ребята, что меня смогли одолеть в этом эпизоде. Никогда, никогда не играйте за спецназ, если вы... Ну, типа, такой себе игрок, не супер-супер какой-то... Ну, не знаю, тащер, что ли, как я. Потому что мы 1-7 проигрываем террористам. Это странно, ребят. Это очень подозрительно и странно. Ну, так не должно быть. Так не должно быть. Но правда. Минус один. Так, это хорошо. Это завалили. В смысле? Да что-то... Откуда он взялся вообще? Чувак! Как же так-то? Ну да. Террористы опять победили. Ну, собственно говоря, и победа итоговая за террористами. Мы проиграли, я на втором месте. Так, ребят, я выбрал командный бой. Надеюсь, здесь будет более удачно. Так, я, ребят, хочу выбрать террористов. Есть, я выбрал террористов, это очень хороший знак. Террорист играет здесь достаточно хорошо. В этой игре, как я уже говорил ранее. Ну, кстати, вот. Ух ты, ё-моё, я думал, сейчас сделаю первый килл. Куда я стреляю вообще? Это какая-то, знаете, хлопушка. Так, есть первый килл, отлично. Первый пошел. О, там еще, кстати, помощь. Да, есть второй килл. Прекрасно. Разминка скоро закончится. Но мы еще готовы биться. Окей, матч начался, друзья мои. Ого. Так. Хорошо, начинаем, очень даже. Эй, так, так, стоп, 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 стоп. Братишка, братишка, я должен тебя ликвидировать. Это же нормальное слово для Ютуба. Просто я боюсь вообще, что говорить рамки, 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 постоянные рамки.
Даже хочу об этом ролики снять. В целом про рамки. В мире, на ютубе. Какие они были, когда я начинал, какие они сейчас. Интересно ли вам это? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Сейчас я пробил. Пробить есть пробитие, как там в танках говорят. Кстати, там достаточно забавная озвучка, и ее можно применять и в другие игры, и это будет, я думаю, прикольно. Так. Пробитие есть. Хорошо. О! Нет, у меня патроны закончились, Так, у меня снова есть патроны. В смысле, есть, есть, скажем так, электронные штучки, которые теперь у меня, ну, не в полном уже. Короче, к черту эту... Ну, вы поняли, да? Этот ликбез. О. О, кстати, хорошо залетело. О, черт. Да. Ну что ж, меня завалили. В смысле, потрачено, потрачено. Вот просто будет потрачено, да. Хорошее слово потрачено. Здесь вроде ничего такого особенного нету. Минус один. Ну и минус я же здесь. На самом деле хорошо, потому что здесь, ну вот... Сразу можешь вступать в бой. И это прекрасно, друзья мои, я это люблю. Это не я. Я же пацифист. Так, кстати. Кстати, по центру мы еще не хотим. А, по центру страшно, опасно. Но почему нет? Почему нет? Потому что мы делаем прострелы. Прострелы не всегда работают. Но это нормально вообще-то. Слепую, так сказать, стреляешь. Ну, или почти вслепую, либо просто не пробивая что-то. Хотя в этой игре достаточно неплохо пробивается стены. Ой, хорошо, прям сейчас хорошо было, друзья. Согласитесь, сейчас было хорошо. Правильно, правильный такой выстрел был. Так, отлично. Не хочется себя самоцензурировать, но дабы не лишиться монетизации, приходится это делать и... Это, конечно, такая, знаете, творческая кастрация. Творческая кастрация меня как блогера, как стримера, летсплейщика. Это неприятно, друзья мои, это неприятно, но нужно уметь адаптироваться под новые условия. Ой-ой-ой. А тут мне хедшот пробили. Пацанчик, ты еще, так сказать, готов к битве на филях? Оу, нет, не в этот раз, не в этот раз. Там их двое было. Потому что я хочу дабл килл, one shot. Вот это, блин, классная песня, ребят. Переписывайте слова и становитесь охренеть какими хитовыми рэперами, рэперочками, рок-звездами. Ну, собственно, как пойдет у вас. Ой, это было хорошо. Кстати, я думал, сейчас двоих чпокнул. Ну, чпокнул, даже нормальное слово. Это же хорошее слово, правильное слово. Для кого даже очень даже приятное слово. Для кого-то, ну, не очень. А у меня одно хп, кстати, осталось. Это хорошо. Но это не очень хорошо в данном случае было, потому что нас довольно легко минусанули. Это же тоже нормальное слово, минусанули, правильно? Хорошее слово, друзья. Это очень хорошее слово. Минус, что он здесь. Ладно, если это в отношении кого-то другого, а не вас. Это всегда нормально. Всегда очень даже приятно. Так, если это еще сделали вы. Это было жестко. А это было приятно, но меня сейчас тоже прострелили, похоже. Такое ощущение, что меня сейчас завалил, знаете, кто? Меня сейчас завалил вот эта вот мишень. Мишень, знаете, ребят. Это было очень максимально прям странно было. Возможно, чувак просто свалил туда, а камера все равно вернулась в это место. Скорее всего, так и было. Это просто хлопушка для мух, серьезно. Просто хлопушка для мух. Я чувствую себя каким-то насекомоловящим человеком, скажем так. Виджи, Витиджи, Витяджи. Отличная кличка, кстати, Витяджи, ребят. Кто Витя, вы можете стать Витиджи и уже такой крутой, знаете, у вас псевдоним есть на ютубе, в рэперской среде, как хотите. Хотя и на ютубе в том числе. Ой, хорошо было. Так, стоп, вижу, там что-то есть, какая-то опасность. Отлично. Не, на самом деле, хорошо летает, то есть мне нравится АВМ, или как это называется, пушка здесь. Ну, короче, АВП. Ну, будем говорить сегодня с вами, что это все-таки ШКС-ка мобильная, считайте. Так что, пусть будет АВП, мне очень нравится. Мне
Очень даже по кайфу катать с этой пушкой. Кстати, можете сюда залезть? Или нельзя? Нет, здесь, к сожалению, нельзя, наверное, не получится. Хотя, наверное, можно, типа, если... Оу, это было сейчас опасно, друзья. Надо как-то более сосредоточенно подходить ко всем этим эпизодам и моментам, чтобы у нас было более удачно. То есть, мне вот слева получается. Оп, так, стоять. Хорошо, сейчас было хорошо. Хорошо дернули, ребят, хорошо дернули. Дернули тоже прекрасное слово. Это headshot. One shot, headshot. И здесь никакого ни оскорбления, ничего абсолютно, ни злобы. Просто мы играемся, ребят, мы просто веселимся. Фан, фан, веселье. Что ж такое-то? Кого-то, хоть кого-то завалить ножом, нет. В смысле, черт, не получилось, в общем, ладно. Не в этот раз. Не в этот раз. Хотя, могло зайти, могло зайти. Ой-ой-ой, ну тут, конечно, меня просто в упор растерзали свинцовым дождем. Это тоже не очень хорошо. Золотым дождем, хотя нет, это тоже, это, ну, типа, пошло, 16+, скажут. Ну как, ребята, это же мир, а мир, он не розовый, скажем так. Мир, он разных оттенках. Есть и место пошлости, есть место и... жестокость, это нормально, я считаю. Ну как бы, что, это мир. Так, это было больно. Это было больно, эльфа. Я иду к тебе, чтобы по... какое слово-то подобрать, чтобы не забанили. Я иду с тобой поиграть. Кулички лепить. Сейчас мы будем с тобой кулички лепить. Отлично, детский контент, так сказать. Оу. Ой-ой-ой. Немножко упал. Ну, это же смешно. Чаплин. Чарли Чаплин тоже падал. И все люди смеялись здесь. Тоже должно быть, наверное, смешно. Правильно? Ну, надеюсь. Так, опачки. Ой-ой-ой. Как же там эти ребята быстро бегают. Очень даже быстро бегают. Это было хорошо. Но, правда, 14 хп мне оставили. Не слишком много. Но мне хватит. Да что такое-то? Уф. О, тут уже я не справился, к сожалению. Не справился, друзья мои, не справился. С, так сказать, возникшей проблемой. А тут справился. А тут еще тоже очень хорошо справился. Я буду прострелами, наверное, работать. Прикольная техника. Только меня сейчас с правого фланга атаковали. Попробую зайти. Немножечко. Восстановить справедливость. Я восстанавливаю справедливость. Я миротворец. Я творю мир. Мир. Our world. Hello world. Оу, забавно, он упал. Так, здесь кто есть вообще? Да, есть. Но мне в хлебало прилетело раньше. Да что такое-то? Витя Джи, хватит уже заниматься вот не тем, чем ты занимаешься обычно по жизни. Ты же рэпер. Зачем ты вот играешь тут кулички, не даешь нам нормально построить. Все время рушишь их. Ну что такое с тобой? Что с тобой? Что с тобой? Так. Вау! One shot to kill! Вот это в лучшие моменты. Просто в лучшие моменты должен. А, ну тут как бы да, дальше не очень пошло. Это было хорошо, ребят. Я этого ждал. One shot to kill. One shot to kill, ребят. Это же лучшие. Может быть, тут три дела. Но, ребят, конечно, вы можете там все подстроить и так далее, ребята. А это вот прям реальная катка, ребят. Это реальная катка. Все... пожескочу, все по, ну, в общем, все по-настоящему, все в натуре, так сказать. Так что такие дела. И что у нас здесь? А, я сделал 30 букв У я сделал. То есть я на втором месте, это неплохо, 300 заработанного опыта, так что мы, так сказать, приближаемся к чему правильно, к Global
Но мне ничего не дают, это странно, потому что я вроде не такой уж плохой игрок был. Могли бы что-то, так сказать, дать. Но нет. Ребята, огромное спасибо, что вы досмотрели этот ролик до конца. Значит, вы огромные молодцы. Значит, вам понравилось. Тогда, пожалуйста, поставьте лайк. Напишите комментарий, как вам это, хотите ли вы продолжение. Ну, давайте наберем хотя бы 50 лайков. Подписывайтесь на канал, колокольчик нажимайте, чтобы вам приходили уведомления о новых роликах, новых стримах, вообще новых активностях на этом канале. Обязательно, ребят, переходите по всем ссылкам, которые есть в описании. С вами был Максим Шубин, канал Нотариально Интересно. Всем удачи, до скорой встречи.